Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainob.ru. И такие часы вы где-то, может быть, у нас уже и видели на канале, они где-то мелькали. Эту модель называют Q360 или Q610. И сейчас она начала набирать популярность, потому что китайцы допилили русский язык нормально. По функционалу здесь все окей. Ну и видите, по дизайну она разительно отличается от каких-то квадратных моделей, которые мы видели, такие как Q90, Q100, до миллионных, и все они квадратные, округлых не так много. Поэтому это, несомненно, плюс. На экране видно наклеена пленочка защитная, да и комплектация достаточно обычная. Здесь microUSB кабель для зарядки этих часов и инструкция G610, даже вот название есть такое. То есть 2017 год на английском языке. Кто как их называет, кто как хочет. Очень подробная инструкция, работают они на сет-трекере. Разобраться можно во всех нюансах настройки управления этих часов. Тут прям инструкция такая, можно часа на два засесть читать. Мануал полезный. Ну и к самим часам по внешнему виду. Вообще основные два цвета — это розовый и голубой, мальчик-девочка. Но дополнительно можно купить их еще в черном цвете, в темно-синем. Ремешок силиконовый. Необычно достаточно, здесь такие большие отверстия. И язычок, за который все это фиксируется, он тоже широкий. Классическое, в принципе, решение — силиконовый ремешок, который хорошо гнется, не воняет и плотно часы сидят на руке за счет него. Задняя крышка. Сразу же видно датчик снятия с руки. И это очень круто, потому что последние новинки, водонепроницаемые часы, например, как-то они вот этого без датчика обходили. Сейчас наконец-то датчик вернули в этой версии. И это полезная штука. 4 болтика, чтобы вовнутрь залезть, нужно их открутить, по-другому никак. На одном торце мы видим фонарик. Очень круто. Зашел хороший фонарик на часах Т7. И Q150 их еще называют. Здесь тоже есть фонарик, это хорошая новость. А с другой стороны, за неторчащей, а плотно так усаженной силиконовой заглушкой у нас есть два отверстия. В одном мы вставляем сим-карточку формата microSIM, а в другое — это USB вход для зарядки часов. Ну и так вот все обратно это аккуратненько вставляется, не торчит. Это дырочка разговорного микрофона. А вот здесь вот отверстие динамика. Ну и, конечно же, видно, что здесь есть камера для прикольных селфи или для того, чтобы за ребенком следить, не знаю. Также две кнопочки включения и кнопка SOS есть. Зажимается кнопка включения для запуска часов. Вот такая круглая собачка интересная, солнышко, ставить сим-карт. Можно вот так вот, я знаю, поклацать. Оп, все. Ух ты. Неплохая такая анимация, видно, что не суббота у нас сегодня на русском языке, поэтому в плане управления все окей, и в плане языка тоже. Телефонная книга, чат, функция дружить, камера. Опа! Камера, конечно же, не блещет какими-то супер-мегапикселями, но она есть, и для ребенка все-таки это детские часы, это уже круто. Инструменты, тут видимо есть какие-то настройки, фонарик, галерея картин, остановка часов, это видимо яркость. О, слушайте, экран получается даже очень яркий, неплохо сделано. Так, сейчас как-то назад вернемся. Темы есть и громкость даже можно выставлять. Так, а темы — голубая и красненькая. О, девочка, мальчик, видите, это два основных цвета. Слушайте, классно, мне прям нравится. Готово, сохранили тему новую, синенькую. Возвращаемся. Так, инструменты есть. И нужно проверить обязательно фонарик. Пожалуйста, направляйте свет в глаза. А, не направляйте. Для экономии энергии включайте фонарик. Слушайте, прям класс, полезно. А ярко светит, смотрите, очень даже неплохо он светит. Тоже полезная штуковина, дети в восторге от этих фонариков, камер, прям шпионские часы. Игра есть, видимо, это математическая стандартная игра. Да, это она, как Q100, шагомер. В этих часах есть шагомер, слушайте, да это одни из самых навороченных часов, которые в руки мне попадались вот в этой ценовой категории в районе $20. Да, и датчик, и неплохая такая версия часов детских. И по кругу вернулись. То есть все, что нужно. Вот сердечки, если родители могут выставлять сердечки, если ребенок себя хорошо вел. То есть все, что нужно в современных GPS-часах, именно вот в этой модели есть, включая низкую стоимость.
У экрана, кстати, и углы обзора нормальные, солнышко это видно, яркость можно поднастроить. В целом, ну, часы очень понравились, это был такой больше экспресс лайф обзор. И, как по мне, must have в интернет-магазинах GPS-часов, если вы уже ими занимаетесь, тестируйте эту новую модель. Она по габаритам примерно как Q100, то есть для детей не самого младшего, там до школьного возраста, скорее всего, для школьников, начальных классов прям должна заходить отлично. Ну и уже мы ее регулярно отгружаем, многие клиенты остаются довольны вот этой моделью часов, которая здесь, в Китае, в нашей фабрике называется G610, а по сути ее продают как Q360, с намеком, что не круглую, Q610 видел название. Ну, в целом, неважно, как они называются, главное, чтобы вы получали часы, которые действительно имеют GPS-модуль, то есть они отслеживают местоположение не только по мобильным вышкам, но и с помощью GPS, а чтобы был работающий, а не фейковый датчик снятия с руки, камера, фонарик, понятное дело, русский язык. Это были часы G610 Q360. Я благодарю вас за просмотр видео, надеюсь, вы получили в свой арсенал какую-то новую модель часов, которую можно использовать, заказывать в Китае оптом. Кстати, описание вот этих часов и также информацию по минимальной партии, по стоимости вы найдете по ссылке, которая внизу этого видео, если вы его на YouTube смотрите, есть. Переходите на наш сайт, знакомьтесь с этими часами и заказывайте, их уже можно купить оптом. Благодарю вас и удачи вам в бизнесе!